Больше сотни уникальных фотографий, раритетные музыкальные инструменты и даже одежда знаменитых музыкантов. Выставка «Огни Самарской филармонии» открывает страницы давней истории. Этот праздничный костюм собран из личных вещей дирижеров Беляева и Фельдмана. В экспозиции порядка 200 экспонатов. И это только начало, говорят организаторы. Музей, он будет трансформироваться. Сегодня вот парадная его часть, вот она в таком виде. Мы в дальнейшем планируем его углублять. Будем посвящать экспозиции или юбилейной дате какого-то артиста нашего, или каким-то событиям. Юбилей Самарской филармонии отмечают большим праздничным концертом. Произведения Чайковского исполняют музыканты Академического симфонического оркестра. Когда я выхожу на собственную сцену, я не могу повторяться. Мне надо каждый раз выходить и пережить эту музыку заново. Решение о создании филармонии в Куйбышеве облсполком принял в апреле 40-го. Первый рабочий день был 8 мая в здании бывшего театра цирка «Олимп». Самарская государственная филармония сегодня – одна из ведущих концертных организаций России. Областная филармония – это наше главное концертное учреждение. Это такой очаг культуры, который постоянно действует. Это сердце, которое бьется в ритме вальса постоянно. И это место, куда все приходят как на праздник. Лучшие музыканты получили благодарственные письма и поздравления от областного правительства и городской администрации. Мы преклоняемся перед вашим трудолюбием, перед вашим профессионализмом, перед вашей такой инициативностью, энергичностью. Наши взаимоотношения складываются очень продуктивно. Я полагаю, что и в дальнейшем нам предстоит с вами очень интересная работа на благо развития нашей любимой Самары, нашего любимого города. Самарская филармония входит в список 10 старейших в нашей стране. Но 75 лет – это еще не предел. У музыкантов еще много творческих планов. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, «События».